Исторически наш край тесно связан с уголовно-исполнительной системой, а в октябре работники следственных изоляторов и тюрем отмечают свой профессиональный праздник. Каковы же особенности питания и кухни в этих учреждениях, мы узнаем сегодня. Сегодня мы в гостях у Валерия Яковлевича Герман. Здравствуйте. Здравствуйте. Полковника внутренней службы и начальника следственного изолятора номер 1 города Чита. Рада вас приветствовать. Давайте с вами обсудим, в честь какой даты мы с вами встретились. Я знаю, что грядет важная дата, да, в вашей сфере. Да, совершенно верно. 31 октября исполняется 59 лет образования. День работника следственных изоляторов и тюрем. Но эта дата происходит из истории немножко, еще бывшего Советского Союза. 31 октября 1963 года коллегия Министерства охраны общественного порядка приняла правило содержания заключенных, обвиняемых в следственных изоляторах. И с этого периода исчисляется дата праздника, вот, настоящего, день работников следственных изоляторов в тюрьме. Как этот день, эта дата отмечается вот, с вашими коллегами? Как вы ее отмечаете? Какие-то обычаи, традиции есть? Или что вообще происходит на рабочих местах? Ну, у каждого учреждения подобного вида свои правила, обычаи празднования дня работника следственных изоляторов. В Забайкальском крае мы чествуем сотрудников, особо отличившихся в службе. Угу. Это торжественным построением, издание приказов о поощрении сотрудников. В честь дня. То есть за работника. Какие-то достижения, да? Да, получают. За высокие показатели угу. служебной деятельности. А заключенные как-то это ощущают на себе эту дату? Может быть, что-то праздничное меню у них какое-то? Но это не появляется. Осужденные, это заключенные обвиняемые. Да, они же только ждут, получается, решения суда, да? Да, мы не можем проводить с ними массовые мероприятия, согласно действующему законодательству, но информацию преподносим путем радиовещания. И кабельного телевидения. Что мы сегодня с вами будем готовить? Да, сегодня и почему приготовим это блюдо. Да, это блюдо именно, потому что нам, нашей семье, мне нравится. Это забайкальское блюдо, бурятское, это бухлёр. Суп бухлёр. Тут да. Мяско у нас, я смотрю, это... Мясо баранины. Баранина. Где вы берете вкусную баранину? Да. У бурятов, наверняка. Да. Да, магазин здесь, рынок Солнечный, хорошее, недалеко. Свежее. Недалеко, там привозят... свежее мясо. Какие-то есть у вас, а, наверное, у каждого мужчины есть критерии, как выбрать самое лучшее мясо? Ну, я, выбираю мясо, советуюсь с продавцом, она по национальности бурят, там бурятка, она предлагает, какое лучшее мясо выбрать из баранины, именно вот на это блюдо. Так, ну, руководите тогда, что мы с вами сначала мясо ставим варить? Да, закладываем. Давайте. Кастрюлю мяса. Мясо. Так, это у нас войдет сюда? Войдет все. Так. Какие части это, я смотрю? Да, это мясо с костями. С костями обязательно, да, для наваристого да. бульона, наверное, нужно будет. И водичкой заливаем. Так. Сколько нужно будет нашему бульону повариться? И в течение часа на медленном огне варим. А, посолить же нужно. Но посолим, когда он закипит. А, попозже, да? Пусть варится. Валерий Яковлевич, давайте немножко с вами побеседуем о вашей работе. У нас кулинарная программа, и мы, конечно, вокруг питания всегда все нюансы обсуждаем. Люди, которые сидят, получается, в следственном изоляторе, заключенными они не называются, а как они называются? Заключенные, обвиняемые, подозреваемые. Обвиняемые, подозреваемые. У них как питание осуществляется? Да, на основании... приказов действующих организовано трехразовое горячее питание для заключенных обвиняемых, а также для содержания несовершеннолетних пятиразовое питание. Ого, это даже второй, несовершеннолетних. Да, несовершеннолетних. Это второй завтрак и полник. Ну, меню, раскладка, так называется, она составляется на неделю вперед с участием тыловых служб, а также медицинских работников, с учетом калорийности продуктов по каждой норме. Это взрослые, несовершеннолетние, женщины с беременностью и так далее. Также дополнительное питание для заключенных, обвиняемых, подозреваемых, которые по медицинским показаниям стоят на диетическом питании.
Ничего себе, как в санатории практически. И всем отдельное питание. А как оно? Готовится на месте или привозное откуда-то? Нет. Для обеспечения жизнедеятельности и хозяйственных работ в следственном изоляторе действующим законодательством предусмотрено оставление осужденных числа положительных характеризующих, которым приговор вступил в законную силу, и они осуждены на общий вид отбывания наказания, они оставляются по их желанию в отряде хозяйственного обеспечения. А, они готовят, да? В том числе и женщины. Но с учетом их образования, специальности выбираемые, кто не имеет, то проходит специальное обучение, получает корочки, что они прошли курсы, и назначаем, как правило, женщины. Это работают поварами в пункте, где приготавливают пищеблок, а также выпечка хлеба, макаронных изделий. Кто составляет вот именно меню? Оно меняется как-то постоянно? Да, меню оно не должно повторяться из дня в день. Я еще говорил, составляет его служба тыла с участием медицинского работника, с учетом калорийности продукты по каждой норме питания. А у работников тюрем и следственного изолятора, у них другое меню или такое же? У работников отряда хозяйственного обеспечения, да, у них меню устанавливается на основании норм питания общего режима. Ну, то есть это заключенные, которые работают? Нет, осужденные. Заключенные, обвиняемые, подозреваемые, их вина еще не доказана. И они будут осуждены тогда, когда... Нет, а я имею в виду именно вот военных, ваших подчиненных, сотрудники, которые сотрудники. Да, сотрудники, работники следственного изолятора, они питаются в столовые учреждения. А, то есть у них это другая другое питание, другое так, меню. Так точно. А чем отличается? Ну, отличаются. Они же, в принципе, тоже есть женщина, есть мужчина, им так, в принципе, схожий колораж нужен. Ну, мы сотрудники, кто-то принимает, кто-то с дома приносит пищу, кто-то ходит в столовую принимать пищу. Но мы не выбираем, что готовят. Ну, наверное, повара тоже готовят с учетом пожеланий сотрудников. Это все оплачивается за счет средств личного состава и работников. Продолжим приготовление нашего буфлера. Татьяна, каким образом? Сейчас пока кипит кастрюля, надо приготовить нам овощи. Это крупно порезанный картофель, лук репчатый наполовину, а потом кольцами. Вот так? Да, совершенно верно. Так, и полукольцами, да? Да. Перьями я ничего нарежу? Перьями или полукольцами. Ой, только бы не заплакать. Можно поперек, можно по вдоль. Ой, а картошку прям крупно нужно, да, резать? Да, чем крупнее, тем вкуснее. Да, картошку мы не покупаем, у нас свой участок выращиваем. О, это здорово. А морковочка тоже, наверное? И морковка своя. Ой, лук злой, я сейчас заплачу. Это хороший лук узбекский. А откуда пошла именно традиция крупно резать? Бухлёр, это же мы все знаем, что... Ну, это национальное блюдо бурятское. Вот. И традиция, наверное, пошла из-за того, что чем крупнее, тем и проще, и быстрее. Так. Хорошо у вас получается, Татьяна? Стараюсь, да. Стараюсь не плакать. И надо потерпеть лук. Почему мне всегда достается лук резать? Ой, кажется, я все. Я сейчас помогу. Убираем его. А морковку? Морковку режем крупно. Повдоль. Кубиками, да, тоже? Нет, повдоль разрежьте. Вот так? Да. И на три части. Так. О, такая морковочка. Так, овощи у нас готовы, закладки. У нас прошел уже почти час. За час она проварится. Да, мясо проварилось. Давайте закладывать. Сейчас будем закладывать. И закладываем. А посолить? Сейчас мы уже можно посолить, да? Когда закипело, прокипело? Лаврушку, лавровый лист мы добавим за 15 минут до приготовления. Валерий Яковлевич, я знаю, что вы чай собираете сами. Да. Вот это все ваших рук дело? Мы
с супругой летом заготавливаем чай из растений. Это дикие растения, те растения, которые на нашем участке растут. Ну, есть определенный процесс приготовления чая. И когда я узнал, как он готовится, приготовили, и мне он нравится, который мы сейчас приготовим с вами и попробуем. Давайте, пока у нас кипит наш супчик, варится, мы побеседуем о ваших чаях. Я смотрю, тут иван-чай есть, вишня. Вишня? Да. У нас есть вишня? Почему? Да, здесь растет вишня. Ну, это листва. Себе. Листва собираем. Так, а что Слушаем. Еще? Смородина и клубника. Мята. И мята еще. Мята вы сами, да, тоже выращиваете? Да. Мята на участке растет. И какой идеальный чай? Вот как нужно это все командовать? Ну, это на любителя, но мы стараемся чередовать его. Но давайте попробуем на ваш вкус или все по ложечке, по две заварим все вместе. Но мне больше всего нравится, это наш Забайкалье растет растение, иван-чай. Те в 17 веке, 17-18 веке даже были на Руси производства этого чая, занимались, но потом, видать, с других стран, Индии, с Китая перебили сам процесс. Были даже заводы по изготовлению. Небольшие производства сейчас же есть, ведь заготавливают, да. Чай вывозят даже на экспорт в Китай. Там, вот, да, он, его продают, но он ценится, но, к сожалению, его ограниченное количество в продаже оптовой у нас, в частности, Ну вот иван-чай – это как основа, да, получается, для чая? Да, совершенно чая. Верно. Он такой вот более традиционный вкус у него, да? Давайте на основе иван-чая что-то сделаем. Вот, например, клубника. Клубника. Это лист клубники? Лист клубники. А как вы его делаете? Вот? Ну, есть определенный процесс его, это надо собирать все эти травы и листья фруктовых деревьев, в том числе земляники, в период после цветения, ну, как правило, после 7 июля в течение месяца. Это день Ивана Купала? Да. И, а почему именно в этот день, после этого дня? Ну, это как вот, и это когда все растения, свойства земли полезно набирают, созревают. 7 июля период, и до... Ну, в течение месяца. В течение месяца нужно собрать. Давайте на основе иван-чая сделаем. Например, сколько ложечек нам нужно? Пару ложечек. Ложите иван-чая. Можно даже три, чтобы нечетное было. И что еще? Клубники? Ложечку вишни. Вишни. Так. Ложечку клубники. Клубника, вишни. Ой, чувствую, вкусный будет чай. Уже пахнет просто потрясающе. Все? И? Забыли смородину и мяту. Смородину и... Пару ложек смородины. Получается такой сбор. Ложечку мяты. Скажите, а вот среди рабочего дня у вас есть время на чашечку чая? Ну, в течение рабочего... Я в связи с тем, что обеденный перерыв всего час, и проживаю на расстоянии определенном, не успеваю на обед, я рано утром уезжаю на работу, полседьмого, и приезжаю поздно. И чай пью в кабинете, обедаю, порой ужинаю. Это в столовой, личный состав. А чай свой завариваете? Или вы на работе пьете невкусный, простой чай, дома такой? Нет, порой беру это с собой, а как правило, на работе пью кофе. Кофе, чтобы быть всегда в бодром состоянии. Чтобы быть бодрым. Валерий Яковлевич, давайте немножко философски с вами повернем такую философскую сторону. Вот у нас же ведь край, он связан с вот исправительной системой, прям это как градообразующее предприятие нашего края, правильно? У нас, в принципе, исторически так сложилось, что у нас ссыльный край, и вот такие предприятия, как следственный изолятор и тюрьмы, это вот, в принципе, неотъемлемая часть нашего народа, трудозанятого и так далее. И вообще жизни края. Ну вот, Забайкальский край славится каторжанами, которые были здесь. Есть история, которая здесь находилась. Ну, наверное, из той истории, когда отправляли сюда на каторгу, и сложилось так, что Забайкальский край, он каторжный. Ну вот сейчас мы как-то продолжаем лидировать в этом направлении или все-таки... Ну, если взять по территориальным органам России, у нас не самое большее учреждение, которое находится в крае. Есть областя, края, где учреждений больше.
Ну, это связано с тем, что у них более развита промышленность. В Забайкальском крае есть ряд учреждений, где содержатся тоже осужденные с целью вот по законодательству, чтобы они отбывали наказание по месту жительства, чтобы родственники могли их посещать. То есть, ну, в любом случае, у нас очень много населения относится к военнослужащим, да, относится к работникам тюрем, к работникам следственного изолятора, и это в любом случае неотъемлемая часть нашего края. Как вы считаете, вот как, получается, начальник следственного изолятора, у вас много подчиненных, в принципе, работа в таких структурах, она какой-то отпечаток накладывает на человека, какую-то систему в его жизнь приносит, какую-то вот особенную роль играет наверняка? Да, при правлении еще Петра Первого, который издавал указы, манифесты, артикулы содержания заключенных, там, каторжан, его высказывания были, Петра Первого, что тюрьма – это дело, ремесло окаянное, и в деле этом люди должны быть твердые, веселые и добрые. Даже в 18 веке Петр Первый высказывал, что в тюрьме не должно быть жестокости, не должно быть зло, потому что это все может обернуться. Зло порождает зло, жестокость порождает жестокость. Да. Ну и в то же время и слабохарактерных тоже, наверное, сотрудников. Да, твердость характера, принципиальность в нашей службе – это обязательно. Но и, конечно, требуется опечаток, конечно, в нашей службе. То, что мы служим, работаем с данной категорией, конечно, есть, но мы проходим комиссии, работает психолог с личным составом, который определяет возможность сотрудника выполнять задачи. Ну и, как правило, я знаю, что сотрудники работают долгое время, да, многие, 10-20 лет, то есть нет же у вас текучки, как в каких-то гражданских предприятиях, наверняка это какие-то династии даже рабочие есть. Ну, как и во всех силовых структурах, в полиции, в военных, в нашей структуре, текучка, она была, есть и будет. Не вся молодежь, которая приходит после армии, устраивается к нам, может выдержать тот ритм работы, нагрузку, в частности, психологическую нагрузку в работе с данным спецконтингентом. Есть случайные люди, которые работают недолго, они уходят. Есть сотрудники, которые много лет проходят службу. Смотрите, у нас закипел уже с вами бухлер. Он так должен продолжать кипеть или нам нужно, может, да, добавить? Через 5 минут мы добавим туда лавровый лист. Давайте с вами пока заварим чай. Его кипятком заливаем. Да, заливаем кипятком, оставляем минут на 5. Будет у нас вместе с ароматным супом не менее ароматный чай. Да, можно и второй чайник заварить, если мало будет. Валерий Яковлевич, я еще, знаете, что хотела спросить? Прям вот любопытство. Знаете, любимая тема кинематографа, когда показывают тюрьмы, это вот передача еды. Обязательно там пила в батоне, там телефон в бутылке с кефиром. Такие случаи бывали у вас? Да, не без этого. Передачи заключенным обвиняем без ограничения их количества, только определенный вес. Вес устанавливает почтовое отделение района, где находится, дислоцируется следственный изолятор. Но, к сожалению, бывают случаи наших граждан, да, и родственников, которые преднамеренно, умышленно направляют в передачах запрещенные предметы. А что, например, у вас было? Запрещенные предметы – это распространенные сотовые телефоны, принадлежности к ним, наркотики, спиртные напитки. А вы в чем находили, в каких-то продуктах или как вот? Да, по-разному применяют всякие все своеобразные ухищренные предметы и в продуктах питания, и в предметах первой необходимости, в вещах, которые им передают по сезону. Ну и случаи такие бывают, когда не так часто, когда такой способ ухищренный, как закатывание в консервы магазинские, ну, похоже на магазинское, да, в консервы, и трудно определить это. Ну, правильно, сотрудники же не могут вскрыть консервы, да, как-то вот, когда проверяют. Нет. Ну, туда назначаем на данный пост по досмотру вот этих передач, посылок, наиболее подготовленных сотрудников с определенным опытом. В случае
возникновение, что, возможно, там будет запрещенный предмет, мы вправе это под видео, под видеосъемку скрыть и досмотреть. А, ну, вообще же проверка проходит, да, всех продуктов, как они надрезаются, или как, в принципе, понять, что вот внутри ничего нет? Досмотр продуктов, которые передают заключенным, он регламентируется нормативно-правовыми документами и в строгом соответствии с законом. Ну, то есть это не только внешний, да, я как правильно понимаю, досмотр? Да, он регламентируется инструкциями, приказами. А какой список разрешенных продуктов? Он же тоже есть, не все же подряд? Да. Пюре с котлеткой же просто в контейнер нельзя, наверное, передать? Передача также определен перечень продуктов, которые можно передавать заключенным. Ну, вот, а пюрешку с котлеткой можно? Но там определено, нет, продукты домашнего изготовления передавать запрещается. Фабричные, да? Но связано с тем, чтобы исключить угрозы возможности отравления. Так, чаек у нас заваривается, а суп, наверное, уже у нас все, посмотрите своим профессиональным суп взглядом. Уже у нас готов, мы будем его сейчас включать. Ой, как пахнет. Самый вкусный момент. Приступим. Самый ответственный момент. Татьяна, что мы с вами наварили? Первая тарелка, самая сладкая, это наши гости. Ой, спасибо большое. Валерий Яковлевич, представьте, пожалуйста, свою прекрасную супругу нам. Да. Супруга, это Светлана Радина, которая сопровождает меня в период моего прохождения службы с самого начала. 1988 года. С самого начала. Это внешне. Вы стойкая женщина. Это мой тыл. Но без нее, наверное, я не смог такое время длительное прослужить. Ну вот график работы у вашего супруга, это же вот постоянный, наверное, беспрерывный. Да, он может и ночью его вызвать уйти, и может. Уходит он всегда рано утром на работу. Приходит поздно вечером. Вечером, да. И видимся мы только так вот вечером. Помахать друг другу, обменяться на новостями, что происходит. Но это уже сила привычки. За столько лет она привыкла. Какая картошечка тут, слушайте, это же ваша, да? Да, это наша картошка. О, прям она такая желтая, мягкая и наверняка вкусная. Приятного аппетита. Прям с пылу с жару. Бульон должен быть горячий. Вкусно. Это, конечно, да. Это же бараний бульон быстро застывает, да? Если чуть-чуть остывает. Надо его горячим. Нужно сразу же. И обязательно после мяса баранины надо пить горячий чай. Бульон божественный вообще просто. Дома вы часто готовите бухлёр? Да, часто. Это любимое блюдо моего мужа. А вы готовите, да, наверное, так как супруг постоянно пропадает на заданиях? А какие еще блюда вот у вас из любимых в домашнем меню? Когда выходные, собираемся всей семьей, приезжают дети, обычно шашлычки. Ну, то есть это мясное, да, такое всегда? Бульон просто потрясающий. И самое удивительное, что никаких специй особо, никаких приправ, да вообще никаких, кроме соли и хорошего мяса. Очень вкусно. Настоящая забайкальская военная еда. Ну и чай, конечно, давайте попробуем. Чай тоже. С чем вы обычно чай пьете, употребляете? Ну, в смысле, сахар, мед, молоко? Мы в основном... В чистом виде. Да, точно. Валерий Яковлевич любит сахар. Или варенье. Или с вареньем. Варенье. Может, тоже знаю. Мед. Варенье у нас свое. Это жимолость. Жимолость. Запах. Очень чувствуется мята и
Что мы еще положили? А мы же все, да, положили, да, Валерий? Да, все понемногу. Иван-чай, мята, вишня, смородина, клубника. Какой приятный. Светлана, вы нам расскажете вот про именно технологический процесс чая приготовления? Как-то его же нужно ферментировать. Вы это делаете? Да. Ну, собираем листья. Сначала мы их мелим. Их еще надо же как-то перебирать, да, чтобы вот это, да, вся, чтобы чистое, вообще было. Чистые листья. Их подвялить немножко надо, чтобы... Где? Ну, на свежем воздухе? Да, но они просто были, мягкие. Угу. Затем их перемалываем на мясорубке. Это называется ферментация? Нет, ферментация – это уже когда вот это перемолотое, слаживаем емкость, угу, утрамбовываем, там небольшое количество, ну там сантиметр 20, да, наверное, так вот. И вот оно стоит, ферментируется. Ну, можно там... Вот Иван-чай, его оставляют на 24 часа на сутки. Угу. А вот смородину, клубнику, это можно уже не ферментировать. Его можно сразу как бы сушить в жареной духовке, ну, при температуре там 70 градусов, выше 70. И потом это все уже ссыпается по баночкам? Да, потом уже все рассыпается. Наслаждаемся. Я понимаю, что избитый вопрос, но я не могу его не задать. Пьют ли в следственном изоляторе чефир? И что это в принципе такое? Слово все знают, а назначение не особо. Ну, так таково чефир и в местах лишения свободы, это, наверное, пережитки уже прошлого. Сейчас уже нет. Да, нельзя ассоциировать, что осужденного, там, заключенный, осужденный, лохматый, грязный, с кружкой чифера и черными зубами. Это прошлое. Осужденные, ну, не пьют сейчас чифер. Пьют крепкий чай забайкальский. А что это, в принципе, такое? Вот раньше было. Это очень-очень крепкий чай, да? Да, тонизирующий крепкий напиток, чай. А для чего его пили? Ну, пили его, чтобы повысить тонус. Он же очень, вот, как это называется, в нем же много... Кофеина. Кофеина, да, вот, который вот именно бодрящее такое, да, действие, ну, оказывает. Тонус поднимали, бодрило их. Сейчас, ну, такого нету, сейчас, в принципе, все на как? Современных рельсах. Я встречал осужденных, которые долгое время отбывали, они поясняли по этому чиферу, что он им в период отбывания наказания заменяет спиртосодержащие средства, что утоляет боль. Mm. Ну, а в основном он тонизирует, бодрит. То есть как действует, как транквилизатор какой-нибудь, да, наверное? Сейчас уже не пьют так называемый чефир, пьют крепкий чай. По-забайкальски называют его купец. Как? Купец. Купец? Да. Это крепкий чай? Крепкий чай с молоком или без молока. Забайкальский купец. Валерий Яковлевич, спасибо вам, что вы стали нашим проводником, ваш строгий и закрытый от простого обывателя в такой мир, и рассказали нам много интересного о питании в вашей сфере. И я от лица нашего телеканала и, наверное, от всех телезрителей поздравляю вас с памятной датой, вашей профессиональной, и желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Ну и, конечно, вам слово, может быть, вы хотели бы обратиться к своим коллегам. Спасибо. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех работников следственного изолятора с профессиональным праздником – День следственных изоляторов и тюрем. От вашего мастерства, профессионализма зависит благосостояние нашего государства. Вы стоите на защите общества. Пожелать вам крепкого здоровья, терпения, служебного долголетия, выдержки в этой нелегкой службе. С праздником! Ну а мы поехали чаевать дальше.